В Актемцах продолжается строительство пристроя к библиотеке архива первого президента Республики США-Якутия Михаила Федоровича Николаева. Наружная отделка завершается. Опа, где же так? Кладывается. Лика. Играет музыка. Так. Входим. Здравствуйте. А кто старший? А. И сейчас вы отделку делаете, да? Я слушаю. А, вы слушаете. Ага. Отделку делаете сейчас? Конечно. Ага. И сколько еще времени займет? А временем? Ага. Чтобы закончить? Да. Ну, зависит, как мы вчера только вышли за отделку. Вот ждем. А это грубо за неделю выйдем. А, за неделю, да? Да. Ага. А вот этот, как его, электричество им все сделали, да? Все сделано. Все сделано. Ага. То есть по новой штробить не надо будет? Ну вот не знаю. Ну вот то, что они штробили, вот заделали, ага. Вот выпустили кабель, где надо. Ага. Остается все. Вот первый слой сейчас пройдем, потом финишный, покрасим все. А. Дело с концами. Хорошо, ага. Ну, как говорится, Бог вам помощь. Спасибо. Ага.
Здравствуйте. Приятного аппетита. Ага. Угу. Вы тоже отделочники, да? Отделочники? Это подружка, подружка. А-а-а, хорошо, ясно. Ага. Да, ничего. Ага. Здорово, Лора.